Привет! У тебя обалденный наряд, и я уже понимаю, зачем ты сюда пришла. А скажи, пожалуйста, как тебя зовут, откуда ты приехала? Всем привет, меня зовут Милена. Я приехала из города Долгопрудный сюда, чтобы станцевать восточный танец, показать. А как давно занимаешься танцем? Именно восточным или еще? А расскажи вообще вот историю, как ты встала на этот путь, вот почему ты танцем решила заняться? Ну, вообще, где-то занимаюсь пеленок, как-то можно сказать. В 3 годика я пошла, ну как, меня родители попытались отдать на бальные танцы. Я танцевала бальные танцы где-то 3 года, потом я пошла на восточные. Как-то это все затянулось, мне больше понравились восточные танцы, и вот... И в результате сколько лет уже на восточных танцах ты? Около 3-4 где-то. То есть ты уже можешь считаешь, что уже достаточно профессиональным танцором. Конечно, есть куда расти, да? А скажи, у тебя эти замечательные костюмы откуда? Ну, это... У меня есть два преподавателя по восточным танцам, и шьет мне только одна. Одна из преподавателей. А можешь еще раз сказать? Мне шьет одна из преподавателей моих. То есть это авторская работа. Такая вот филигранная, ручная, да? С любовью. А у тебя еще какие-то костюмы есть? Да, у меня есть еще 3 костюма. Один народный, потом для шоу, вот этот и еще одна классика. То есть это классические костюмы. Ты сегодня будешь сколько танцев танцевать? 1. Ой, как жаль. Слушай, такая красота и яркость. В следующий раз танцуй, пожалуйста, больше. Я тебе желаю на этом пути успехов, чтобы ты так же горела, была такой же красивой. Пусть все вокруг тебя сияет, так же, как твой костюм. А расскажи, пожалуйста, еще какие у тебя интересы помимо танца? Ну, не знаю, мне тут больше танцы нравятся, мне как-то... Скажи, чтобы красиво танцевать на сцене, ведь это же достаточно трудоемко и затратно, это же такое спортивное, как бы, ну, затратное мероприятие, да? Нужно всегда быть в форме. Сколько ты каждый день тратишь на тренировки? Ну, до 2 часов. То есть каждый день 2 часа на тренировки, да? Вот настоящий залог успеха, когда человек каждый день работает. И сегодня приходит к нам с такой легкой улыбкой в таком красивом праздничном костюме и покажет нам класс. И расскажи, пожалуйста, как ты к нам попала сюда? Ну, я изначально пришла на проект «Батл голосов». Потом Светлана и Владислав пригласили меня на ТВ-шанс. И как бы я им благодарна за это, говорю спасибо. Здесь очень любящая, творческая атмосфера, дружелюбная. А ты здесь первый раз сегодня? Да, первый раз. А расскажи, пожалуйста, про батл голосов. Об этом вам сейчас расскажет концертный директор Светлана. Спасибо тебе большое. Удачи, ждем твоих выступлений.